Ап, ребят, меня зовут Леша Майсак, и сегодня я буду капитаном Америка. Это Дима, и он Бэтмен, и, конечно же, Стас, Человек-паук. И сегодня мы станем супергероями. Да, раньше мы были суперзлодеями, но теперь решили перейти на сторону добра. И сегодня мы проживем настоящую жизнь супергероев. Ну что, готовы? Да! Погнали, Бэтмен и Капитан Америка. Он с DC. Да не, он наш, бро. Ну ладно. Я вот одного не могу понять, что мы забыли в батутном центре? Мы же супергерои! Димас, ты что, серьезно рассчитывал на то, что мы сразу же поедем в город спасать людей? Нам вначале надо подготовиться, а тут идеальная площадь, чтобы научиться сальто крутить, бросать щиты, ему паутины его пользоваться, ну и тебе тоже. Да, нам нужно сначала выучить все свои приемы и потом только идти на дела настоящие, понимаешь? Ну, понимаешь. Короче, у меня есть парочка приемов интересных, я готов показать их, пацаны. Давай, покажи, что ты первый умеешь, Спайдермен. Давайте, смотрите. Ну а мы будем оценивать. Так. Ой-ой-ой-ой. Блин, нет. В городе было бы все гораздо хуже. Там машина тебя собьет или преступник. Что ты сделаешь? Ничего, для этого мы сюда и пришли, чтобы натренировать до идеала. Правильно. Давай, Стас, мы в тебе верим. Оп. О-о-о-о-о. Красиво. У-у-у, я Спайдермен. Ну, выглядит круто, круто. А ты как считаешь? Я думаю, на 10 из 10. Ты как, готов? Ну, я-то готов. Но у меня всего лишь один трюк, и он называется полет летучей мыши. О, звучит по-супергеройски. Да, я делаю его тогда, когда вижу противника снизу и оглушаю его. Там, например, противник, и я такой... И все, его нет, да? Да. Ну, могу тебе показать один ударный прием. Давай, покажи. Нет, Димас, это надо еще тренировать. А, я запутался. Знаешь что, Дима, тебе нужно тренировать твою технику плаща, потому что он тебе мешает. Видишь, я без плаща, и я себя чувствую свободно вообще. Подожди, а если я сейчас попробую снять плащ? Нет, Бэтмен без плаща не Бэтмен. Кстати, да. Ладно, тоже верно. Так, ладно, сейчас я вам покажу мою меткость щита. Я им пользуюсь прямо как своей правой рукой. Смотри, видишь этот канат? Да. Сейчас мы его снесем. О-о-о-о-о. Понимаешь? Если бы там был человек, ему просто голову бы снесло. Ну, Леха, это прикольно, но тебе нужно тренировать возврат щита. Он же не вернулся обратно, а нужно, чтобы возвращался. Скоро натренируем. Ладно, покажи еще приемчики. Сейчас покажу. Первый прием у меня называется «Если вдруг я упал на спину». Ну, упал я на спину, там оступился или что-то еще произошло. Решил полежать, просто отдохнуть. Да, тут резко враги появляются. Я сразу же сделаю вот так. Опа, и готов бой. Нормально, нормально. Это первый прием. А что если у тебя щит вдруг выбьют из рук? Что будешь делать? Давай подумаем. Вот у меня щит лежит здесь. И тут враг стоит. Прямо передо мной, да? Да. Блин, надо будет вначале ноги подкачать по-мощному, а потом просто сделать вот такое движение. Через него перепрыгнул, взял. Да, потом вот так, бам, 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 и все. Ну, мне кажется, наши все приемы надо дорабатывать, но как только мы их отточим до идеала, мы сразу же выдвигаемся в город и ловим всех преступников. Короче, знаешь что? Я тут решил проверить прочность твоего щита. Прочность щита? Да, я хочу проверить своим суперударом, каков он на прочность. О, давай. Ну, а прочность? Суперудар Спайдермена. Ну, давай. Он у меня самый прочный в мире. Даже молот Тора не смог ничего ему противопоставить. Ничего себе, ты, конечно, вмазал. Нормальный такой влетел. Ну, щит, они не помялся да, даже. Да, щит, конечно, прочный конкретно. Так, супергерои, сейчас наша команда выдаст нам первое задание. Для тренировки? Да. Опа, мы готовы, конечно же. Да, я готов тоже. Это будет наше первое настоящее задание. Это не настоящее, это тренировочное. Ну, все равно настоящее тренировочное задание. Тренировочное попозже будет. Все, ладно, пойдем, погнали готовиться. Так, команда, шутки в сторону. Мы посмеялись, поигрались, повалялись и хватит. Теперь у нас самая первая миссия, и она очень важная. Нам надо спасти того вот серого кота. План такой. Я сношу ту стену, ты залазишь, сбрасываешь его, а ты ловишь своим плащом. Договорились. Все? Хороший план. Ну что, тогда приступим? Давай. Погнали. Тренировка первая началась. В бой, команда, сношу. Давай. О, хорошо. Я на позиции, Стас. Давай, Димас. Так, мне нужен мой щит. Стенки, давай, 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 давай. Ну что, ты готов? Сбрасывай, сбрасывай его. Пацаны! Ну, первая миссия была очень простая. Мы справились с ней, конечно же. Он благодарит нас. Спасибо, супергерои! Ну спасли. Ладно, нам нельзя расслабляться, потому что это всего лишь была игрушка. Если бы был настоящий, ты бы его так не поймал. Ладно, пацаны, с первой миссией мы справились легко. Надо приступать к следующей. Надо. Погнали. Так, ребята, у меня есть к вам разговор. Мы с пацанами очень давно не снимали ролики на батутной арене. И поэтому давайте, если вы соберете 300 тысяч лайков, то мы обязательно вернемся сюда и снимем крутой видосик. Ну, а я полетел.
Следующий этап подготовки – это проверка на устойчивость. Ребят, простите, пожалуйста, я потеряла ребенка где-то здесь. На батутной арене? Да, вот здесь вот она где-то прыгала, бегала, скакала, и теперь ее нигде нет. Ой, ну вы, главное, не беспокойтесь, мы вам поможем, мы же сегодня супергерои, да, пацаны? Да, пацаны, походу новое задание. Да, именно. Ну, как раз. Есть. Как раз. Нам же еще в город выходить, поэтому это то, что надо. Дети часто теряются, нам надо их находить. Давайте разделимся для того, чтобы быстрее найти. Хорошая идея, а ты умный Бэтмен. Так, пацаны, подождите. А вы сначала скажите, какой вам супергерой нравится больше всех, и тогда мы будем искать вашего ребенка. Мне нравятся все супергерои. Правильный ответ. Ладно, хорош. Пацаны, ну что, пойдем искать, а кого нужно найти? Это моя Маша, такая красивая девочка с длинными волосами темными, невысокого роста, была одета в белую кофту и голубые джинсы. Ни слова больше! В путь, пацаны! Так, это достаточно интересная миссия, и нам будет несложно ее выполнить, потому что нас трое, а батутная арена практически пустая. Поэтому мы быстро найдем эту девочку. Тем более сейчас я попробую включить свое паучье чутье и почувствовать, где она. И ловкость. Люци. Так, здесь ее нету. Погнали дальше. У нас очень важная миссия — найти маленькую девочку в белой блузке и голубых джинсах. Димас, я спасу ее первой. Капитан Америка. Хотя, знаешь что, я пойду в раздевалку, ее там найду. Так. Кто тут у нас здесь? Блин, здесь никого нет. Так, пока я Капитан Америка на смене, ни одна маленькая девочка не пострадает. Поэтому давайте ее искать. Лучший обзор, конечно же, у нас будет отсюда. Так, Капитан Америка, ты был в лабиринте? Что? В лабиринте был. В каком лабиринте? Здесь, сзади. Нет, там не был. Так, я думаю, здесь явно кто-то есть. Опа! Я сейчас залезу на крышу здания, как Человек-паук. И буду смотреть сверху. Так, ребята, мы сверху. Так, отсюда, конечно, очень огромный ракурс и вид. Я прям как будто бы почувствовал себя реально на крыше какого-то огромного здания в Нью-Йорке. Пока никого не вижу. Ладно, давайте просто сядем расслабленно, как Человек-паук. Так, Димас, я давай посмотрю в шариках, а ты иди в лабиринт. Да, она могла спрятаться. А если ее похитили бандиты, то это вообще очень плохо будет. Пацаны, я нашел ее. Я вижу, лезьте на самый верхний этаж. Димас, давай, забирайся. Лёха, я устал. Давай лезь. Ладно, ради спасения человека я сделаю это. Дима, ты очень близко, давай, Дима. Чуть-чуть правее, ты нашел ее. Опа, привет. А что ты тут делаешь? Играешь? Нам твоя мама сказала, что ты потерялась. Пошли. Давай, спускайся вниз. Ребята, я нашел ее. Точнее, мы нашли ее. Командной работой. Итак, мы тебя нашли, и перед тем, как мы тебя заведем к твоей маме, ты должна ответить нам на один вопрос. Ты готова? Да. Кто твой самый любимый супергерой? Леша. Ну я Капитан Америка. Леша, блин, ну это тоже прикольно, но таких супергероев нету. Вообще теперь будет. Будет Капитан Леша. Блин, а как тебе Человек-паук? Он же умеет всякие крутые штуки. Человек-паук Стас. Ну тоже нормально. Ууу, пацаны, круто. Это все лишь нормально, а нормально это не круто. Это не любимый. Ладно, ну, Димас тоже, ты молодец. Бэтмен. Ну, я вообще тебя спас. Как тебе Бэтмен? Крутой. Крутой, понял? В общем, больше так не делай, не пугай свою маму и не уходи от нее. Я больше так не буду. Супергерои должны быть не только сильные и ловкие, но и, конечно же, умные, чтобы решать всякие головоломки бандитов. Поэтому сейчас мы проверим наш мозг. Это игра, где мы должны вытягивать вопросы и отвечать на них. Если не отвечаешь, то ты дурак. Как я понял, это вопросы про супергероев, да? Именно. Прикольно. Ну что, кто начнет первый? Конечно же, Дима, он же самый богатый. Ну супергерой. Ладно, хорошо. Давай. Если что, играем до 3 побед. Ой, пацаны, изи, потому что я все знаю про супергероев. Из чего сделаны когти Росомахи? Ну, конечно же, из адамантия. Не, это был простой вопрос, простой. О, правильный ответ. Так, я беру вот эту вот карточку. Так, что здесь написано? Хитрый брат Тора. Ну, это, пацаны, легкотня. Конечно же, это Локи. А вы еще легче вопросы не могли вытягивать? Например, как я. Давай. Вот это. Главный враг. Самый легкий опыт. Димас, хочешь мне ответить на него? Да. Это же кто? Джокер, да? Джокер. Так, теперь я? Да. Давайте вы мне вытяните карточку. Вот это. Да ну! Знак Бэтмена. Знак Бэтмена. Не, ну тут сложно. Сложно, реально. Наверное, я ползучая мышь. Или летучая мышь. Дима, не выпендривайся, отвечай. Какой? Летучая мышь. Правильно. Давайте теперь вы мне карточку выберите. Вот эту. Кто превращается в зеленое существо, когда злится? Да ты чё? Это Халк. Какие-то легкие вопросики вообще. Реально. Вот это будет сложный вопрос. Давай.
Питер Паркер в костюме? Это кто? Это Человек-паук. Подождите, в костюме вообще-то Стас, а не Питер. Человек-паук. Он не один, нас короче, много. Пацаны, это была очень простая игра. Мне кажется, LM Team нас вообще недооценивал, но мы ответили все уже по 3 раза. Нет. Ну что могу сказать, мы полностью готовы к настоящей миссии, чтобы выйти в город. Мозги мы прокачали, навыки подтянули, спасли человека. Я думаю, мы полностью готовы. Да, мы прокачали себя на максималку, только в городе мне придется уже надеть свою маску. Чтобы тебя никто не узнал? Да. А мне наоборот надо все снять, чтобы меня никто не узнал. Нет. Ты будешь Бэтменом всегда. Ты будешь на Бэтмобиле ездить. Так, ладно, пацаны, я еще тогда быстренько потренируюсь чуть-чуть и выходим. Ну вот, я и вышел в город, чтобы самостоятельно и полноценно стать на его защиту. Я же все-таки супергерой, Человек-паук. Так, будем ждать нашу первую крутую миссию. Человек-паук, помогите, пожалуйста. У меня там на дереве самолетик застрял. Ой, привет, давай опять. Я тебе, конечно же, помогу. Хоть это и не спасти город, не спасти мир, но все-таки с чего-то же нужно начинать. Пойдем, покажешь, куда идти. Мы решили разделиться с пацанами для того, чтобы совершить как можно больше добрых дел. Помочь людям, спасти чью-то жизнь или даже целый город. Я здесь для того, чтобы искоренить все зло в нашем мире. Так, я вижу, сейчас все будет. Жди здесь. Я, конечно, не человек-белка, чтобы лазить по деревам, но я человек-паук, поэтому я тебе помогу. Опа! Все, я достал твой самолетик, держи. Так, девочка, ты где? Ушла? Да, походу ушла. Ладно, нам героям не нужна похвала. И что вы думаете? За все это время я не остановил ни одного преступления, не предотвратил ни одно крушение самолета, даже бабулю не встретил, чтобы через дорогу ее перевезти. Это жесть, я не понимаю. Мужик, ты аниматором подрабатываешь? Пошли поможешь хорошее дело сделать. Машинку подогнать погнали, надо. Погнали, о, хоть одно дело появилось, наконец-то. Давай, быстро, как устало, что-то стоит, не едет. Давай, сажусь, а ты сзади толкаешь. Давай, погнали. Ребята, наконец-то, хоть одно дельце. Оп, о, так мужик, давай, заводи. На первую и погнал. Опа-опа, ой, что-то мятину, походу, ему сделал. Я, походу, очень сильный. О, давай, погнал, давай. Рад был помочь. Я же Бэтмен. Ой, так, что-то он, походу, опять заглох. А, не, все, он уехал. Ну что, ребят, сгонял я только что к бабушке, поел ее пирожки, подкачался. Реально, пирожки с протеинчиком. О, видели? Вот это видели? Теперь я готов защищать полностью этот мир от всех злодеев, от этих людей, которые обычно банки грабят, там проникают в разные дома, воруют учителей. Короче, я готов помогать этому миру. Так, что это мне там пришло на мой смартфон? Это современный. Ой, а да, Даник написал. Вжился в роли уже такой, смартфон. Так, что он мне тут отправил? Какой-то видосик. Ваши флешки с последними роликами у меня. Попытайтесь их забрать. У вас 2 часа, иначе я их уничтожу. Да, Даника я, конечно, такого не ожидал. В злодея захотел поиграть. Ладно, надо звать пацанов и спасать наши видосы. А то если он их удалит, что нам публиковать на YouTube? Так, пишу. Хотя нет, лучше сразу позвоню. Алло, Леха? Да. Что? Что ты сказал? Все, сейчас буду, жди. Да, Леша, что случилось? Окей, скоро буду. Всем привет! Вы думали, что меня в этом ролике не увидите? Как и парни, похоже. Суперзлодеи меня не позвали, а сейчас еще и супергероями стали. И поэтому у меня появился план. Я выкрал из монтажной все флешки с последними роликами. И как настоящий злодей, я их спрятал. И раз они у нас супергерои, пускай достанут их. Бэтмен на месте. Что звал, Леха? Короче, Дима, срочная миссия. Даня оказался предателем. В смысле предателем? В общем, расскажу сейчас предысторию, как я понял, что он там находится и почему он предатель. Он мне прислал видос, где он сидел в капюшоне, закрыл лицо и говорил, типа, так, я секретный агент, ну, типа такого я уже не помню, и я уничтожу ваши видео. Хотя я спалил, что это Даник, потому что он прислал со своего же номера. Прикинь, такой умный. Вот, конечно, дурак. Так что будем делать тогда с ним? Я не знаю, я уже Стаса позвал, он не приходит. У нас осталось не так уж много времени, поэтому не знаю, что будем делать. Ну тогда вдвоем по стариночке? Ну да, я тебе так... Опа, подкрепление. Пацаны, я здесь, я все слышал.
Да, ты сможешь открыть там вход? Да, давайте заходим. Так, смотри, ты Даника уже нашел? Даника нет, но вроде бы кто-то дома есть. Супер, супер, погнали, погнали. Выдвигаемся. На кухне чисто. Ну что, осталось проверить только второй этаж. Качалку смотрел? Да, снизу ничего нету. Пойдемте. Бэтмен, проходи, Бэтмен, давай, давай. Ты, если что, своими рогами в него, бам! А я его щитом сразу же загашу. Тихо. Моя паучья чутье подсказывает, что он где-то здесь. Пахучая? Паучья. А, паучья. Пацаны, он здесь! Пацаны, он здесь! Лови, 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 лови! Ну че, сейчас попадется. Мы можем обойти с другой стороны. Где он? В смысле? А куда он исчез? Да непонятно, его тут нет. Он опять ушел, погнали. Может быть, он через балкон залез, посмотри. Да ну, он же не супергерой, пошлите да, на третий этаж. Балкон открыт, он походу на третий убежал. Балкон открыт, спаси на втором. Так, быстрее, Спайдермен, ты же что такой медленный? Да еще три, давай, три. Опа, свет включен. В бильярд кто-то играл. Походу, да. О, попался, скорее всего, это был Даник. Ну, тут один кий только стоит. Три спрятано. Так, надо обыскать по комнатам. Под бильярдом. Нету? Так, его тут нет, чисто. Тоже тихо. Опа, она до меня, кажется, дошло. Он как раз-таки на этом пони и снимал видео. Всем привет! Вы думали, то, что меня в этом ролике не увидите? Да. Значит, он где-то здесь может быть. Так. А как она открывается, я не помню. А, так, чисто. Стас, лови его, лови, лови, лови! Держу, держу, держу. Тут, кис, кис, кис! Даня, что ты делаешь? Ну? Мы сегодня супергерои, зачем нам за тобой бегать? А почему вы меня с собой не позвали? Опа, споймали его, да? Да, Дима, садись на него, чтобы не убежал. Все, нормально. Так, Даня, зачем ты этим занимаешься? Да вы меня не позвали. Я решил вам отомстить. В злодеях не было, в героях не было. Что за дела? Блин, а реально, мы вообще забыли его позвать. Ну ладно, во второй части будет супергероем. Какого супергероя хочешь взять? Выбирай любого. Халка. О, прикольно. Ну ладно, Даня, дай флешки. Ну да. А ключ? Будешь Халком в следующей части, честно. Ключ? Я, походу, когда в туалете... Ну, там... Ну, да. Он, походу, смылся. Ты серьезно? Да ладно, я своей суперспособностью разломаю этот бокс. Капитан Америка, типа. Так, вообще-то я Капитан Америка, я его открою. Ну, Дима, ты с меня встанешь, Стас? Ничего себе. Вот это, конечно, прочно. Чуть самолет не превратился. Короче, пацаны, мы его по-любому откроем. А ты, Даня, больше так не делай, будешь Халком в следующей части. Ну хорошо, только слезь из меня, пожалуйста. Ладно, Даня, вставай, ты больше не будешь суперзлодеем? Нет. Не буду. Так это, ключ надо, чтобы ты достал с туалета. Ну ладно. Это будет твое первое посвящение в супергероев. Хорошо. А то флешки надо, а то как видосы публиковать, столько сняли видео уже. Так что, ребята, если вам понравилось это видео и вы хотели бы вторую часть, где мы будем уже без этой всей подготовки сразу же спасать города, то обязательно собираем 300 тысяч лайков, и Даня-то будет Халком, я буду Капитан Америка, Стас, мы Человек-паук, а Дима непобедимый Бэтмен. Все, что вам надо, это собрать 300 тысяч лайков, написать в комментариях, как вам вообще этот ролик, и, конечно же, подписаться на канал. Ну а с вами мы уже увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, Марвел, всем пока-пока!